Надо вот этими пацанами работать. Давайте противогазеры. Оружие, запрещенное Женевской конвенцией. Приветствую всех, товарищи. Это игра Total War Warhammer 2. А хочу я скатать за скавинов. Посмотрите на этого. Кто это? Квик Головогрыз. Компания легендарная. Почему я выбрал скавинов? Потому что... We rats. Да! Скавины меня всегда бесили, такие гниды. Клан Морс. А мы будем пить Морс? Вот он, наш молодой человек. Сейчас на него тыкнем. Что произошло? Игра чуть не вылетела. Какой-то Иван подошел ко мне. Это кто такой? Какая-то женщина. Ну, так же, как и в прохождении Сёгуна 2, если кто-то смотрел, я собираюсь навалить читов и в этой игре. Миллион в нашей казне. Наймем вот этого Вомика. Пацанов сейчас найму. Они все местные. Если что, они не получат люлей. Дипломатия служит для... Я в курсе, я играл в Total War, не надо мне тут. Кем мы поговорим? Давайте с соседними. Вовик, ты чё, ёпта? Даешь мне право прохода, и я тебе подогрев даю. Вероятность низкая? Вы что, посмотрели мое прохождение в Сёгуне? Они отвергли! Он говорит, вы хотите меня перехитрить? Ты как понял, что я хитрю? Ты посмотри на этого наглого крысёныша, он раскрыл мой обман. Так, я такого не потерплю. Мои пацаны в следующем ходу воскреснут. Чё такое? Ты напала на первое? Итоги битвы доблестные. Не будет никакого поражения. Я буду драться лично. Она напала? Она первая проявила инициативу, поэтому я буду просто стесняться на горе. Так, молодежь, ну-ка. Кто тут у нас вообще в рядах? Ну чё, готовы? Шахтеры, каменщик, работают 3 дня. Короче, пехоту поставим здесь. Там обстрельщики и качки сразу же выходят. Откуда они знают, что я в кустах? Кто им там нашептал? Подземная угроза. Это скрытая угроза. Вы заняли высоту. Да я в курсе, хватит мне подсказывать. Где они? Они спят. У них элемент неожиданный. Они уже рядом. Нас нашли. Ваши воины упали духом. Мужик, заткнись, а, пожалуйста. Настройка советника пошел в жопу. Так, вот эти вот пацаны, они что-то слишком бодро здесь себя чувствуют. Сейчас мы им устроим. Опа. Все, скрытая угроза вышла. Че вы, пацаны, не ожидали такой атаки, да? Надо вот этих вот лучников. Я тебе сказал, подчиняйся мне. Во, скверно заливатели работают. Командир, смотри. Сейчас заходит. Ну давай. На. Кровь пошла. Мэйдэй, да. Вот, она ложится, она сдается. Вражеский полководец бежит, какой позор. Твари, за то, что вы дерзнули на меня напасть на первом же ходу этой игры, петухи. Все? Заслуживаете ли вы звание победителя? Заслуживаю. Че, все, будешь теперь у меня в гареме сидеть? Поработить? В рабство? Это Ваня пойду. Низкий уровень верности, Вомик. Кто такой? Вот этот Вомик переименовать? Так, чтобы все знали, что он пытается что-то тут от меня припрятать. Так, ну а так как мы отправили сюда наших новых подопечных в рабство, мы назовем тогда это не Йоатек будет, чтобы все знали. Да не хрюкай, пацан. Утренний свет. Сейчас мы им покажем. Авторасчет. Что мы делаем с этим поселением? Разграбить и занять. Да заткнись ты нахуй. Мой господин. Уйди отсюда. Я знаю, как играть, сука. Я сейчас сломаю тебе игру. Хватит мне показывать, что это, блядь. Уйдите отсюда. Боевой хвост. Да. Это варха. Я чё, в какую-то бесплатную игру на телефоне играю? Показывают, куда тыкнуть. Я тебе в глаз тыкну. Приплыл Афазель. Я еще должен смотреть, как он медленно подплывает. Куда ты залезешь на эти скалы, да ты расшибешь. Чё, вы сами на меня напали? Результат расчета первого победа. Сражаться. Блин, не то нажал, ёпка. Вомик, ты чё наделал? Выходи оттуда. Тупой, я тебе сказал, слушайся меня, крыс. Ты дебил? Ты дебил. На помощь своему додику придите. Ой, ёпта, аж что-то пацаны зафризило. Ребята живут моментом, посмотрите, ни у одного нету мобильника. Ну чё вы там, пацаны, на копьях? Ох, ты еще и в атаку побежали. Да! Об этом дедушке точно не рассказывали. Какие крысы вот эти лучники, они еще больше крысы, чем мои пацаны. Давайте, застрелите, попробуйте этого пацана. Чё, стра... Я хочу к маме. Все, в рабство. Какая это пирова победа? Это решительная победа. О, Вомик-жмышок, было 228. Он знает толк. Повышение ранга. Во, юпи заполнилось. Куда вы поплыли? Это что, десант морской? Вот молодец. Переходит в режим марш. А вы знаете, что происходит с теми, кто переходит в режим марш? Кто такой? Ко мне приходит некто Квидгар, людоящеры, и говорит, платите дань или умрите. Это что за местный Чингисхан здесь появился? Они требуют выплаты двушка. Ты
пацан, ты в курсе, ты на кого сейчас прыгнул? Я хотел ему встречное предложение дать. В смысле, я хотел с него 20 тысяч сдернуть, я разорву вас. Ты чё, пацан, не прокачан у меня, что ли? Запах страха, ой, то есть страха. Качаю все, что можно. Качаю руки, качаю залы. Моя жизнь, аэропорты, города, вокзал. Покидает режим марш. Ах вы петухи, все-таки решили на меня дерзнуть. Это пирова победа в области дырки. Рабы новые приехали, все, в рабство пошли. Они нам еще на корабле отправили рабов. Ящерский десант на лодке, сейчас будет Ди-Дэй. Куда И мне очень интересно это реалити-шоу их на корабле смотреть, как они плывут. Вомик, ты там готов, Вова? Я его таким магой сейчас сделаю. Мага, ты сейчас будешь вообще раскидывать. Мы находимся где? Это в дырке. А, нам надо в России нанимать. А где знатные твари? Да кто там орёт? Так, молодой абсцит, ну мне не нравится твое имя. Вот так я его назову. Это было нападение, мне? Успех, узбек. Удар молнией, промеж булок. А, они плюются трубочкой, усри, какие плохие. Пацаны с вейпами. Че, айкос покурить есть? Все, череп. Никто. Победа. Они требуют 6 косарей, и они вступят в войну. Встречное предложение. Если вы мне дадите 20 тысяч, я приму вас в свою войну. Еще и требует 5. Ты мне угрожаешь? Ты посмотри, сколько у нас земли и сколько у тебя. Вы же бичи. Фракция уничтожена. Что-то они мне там хотели пригрозить. Таким образом была захвачена половина Африки, пацаны. Ну это чисто по приколу, это была только разминка. Чисто в доказательство своей военной мощи я здесь написал какой-то... Стоячий пенис здесь получился. Давайте здесь тормознемся. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, заходите в Дискорд. Всем пока.